Дорогие телезрители, добрый день. Помыться возьмешь такую песню желтую. А это гол. Это гол, 22 номер, Лаврушин. Глаза, она улетит. Просто момент, ну, Серёхян почитает передачу. Буду делать. И вот перехват! Ну, решай! Вот так вот, 2-1! Трухов сравнивает. А вот Абаса пас! Дальний устал мимо ворот, а это было так, что катаном называл. Вы меня простите, друзья. Давайте сделаем скидку на холод. Вы можете немножко не выспаться, но вы знаете, хорошо дальний быстро, вот не лишнее сказать у Ишу, чем у Иша. Так вот, Кубок КФЛ, либо Лига Европы, группа F. Там хорошая ситуация. Регион отъехал, регион вверх. Что ж, там а так, чудовищная ошибка! Ну вы посмотрите! Да, молодец, не защитник. А вот здесь Инкин на рандеву! Ну! Нет, там Гарчилин добежал! Лиги чемпионов, оба! Уникальная ситуация сложилась в нашем чемпионате. Я беру вообще даже ну чемпионат или чемпионов. Опасный момент! Нет! Мимо! Никакие действия не отметился. Но при этом... А вот, ну, Косачев! Какой симпатичный момент! Принимает, держит мяч, Балаян! Попробуем!